Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и мы вернулись в мир игры Outlast Whistleblower. Так, что это у нас за дверь-то такая? А, вон там открыто. Туда, значит, как-то можно зайти. Вроде бы мы убежали от этих сумасшедших дяденек. С большими-большими резаками. Так, ответ, пациент Самоу. Курт у нас еще один, тра-та-та, душевное расстройство. Ну, я не удивляюсь, что здесь у пациентов какие-то различные расстройства душевные появляются. Потому что не сойти с ума в такой тюрьме-психушке очень-очень сложно. Как же тут ни черта, ничего не видно. Ты, мужик, ты куда? Сигарет мне возьми. Ага, надеюсь, не забудет. Твою мать. Охранники какие-то, что ли? Ну, тут уже у них своя атмосфера. Свои охранники, свои организации. Не организации, группировки. Так, что у нас тут? Ни черта, да? Мы взять не можем. Так, наверх или в дверь? Наверх или в дверь? Давайте попробуем сначала дверь. Ну да, она ожидаемо закрыта. Ладно, полезли. Сейчас наверняка будет какой-нибудь нахрен скример. Нет, 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 все пока спокойно, все пока хорошо. Тебе не спрятаться. Чего же тебе надо? Ну, мужик, ну ты вроде нормальный самый, да? Из всех... Билли, понял. Они всегда были тут, они ждали нас. Билли это тот самый призрак, насколько я помню, да? Как раз подопытный, который вышел из-под контроля. Так... И куда же нам? О, четко. Как вот здесь классно свет, да? Такая атмосфера прям. Хотя нет, что-то свет как-то немножко нереалистично. Вот, глюк такой. Глюковастый свет немного сделали. Видимо, поспешили разработчики, поспешили. Почуяли вкус денег. И немножко недора... Твою мать. Голые мужики куда-то бегут, это не есть хорошо. О, дядька. Дядечка в соусе в красном. Откуда у вас только банок с кетчупом было, интересно? А кто-то ломится. Твою мать, лучше поспешить. А, ребята, открывайте мне дверь. Все, спокуха. А, о, хорошо. Так, тут вроде пока никого нету. Это радует, это не может не радовать. Опять кетчуп на полу. О, рация, давай. Сос, мэйдэй. 911. Твою мать! Сука! Это охранник, это капитан, начальник охраны. Какого хрена ты? Даже мне убежать. Ты не мог просто не вмешиваться в это. Не мог играть один, но теперь ты уже не сможешь ничего сказать. Твою мать! Отпусти меня, сука! Отпусти меня! О, кто там идет? Кто идет? Он какой-то большой дядька идет, судя по тому, как он выломал дверь. Фух. Блин, ну эта скотина рацию разбила. Как нам теперь в 911 позвонить? Какая же у нас теперь задача-то? Интересно. Ать-ать-ятяшечки. Ой-о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 й
дядечку-то. Ой-ой-ой. Спокуха, мужик. Спокуха. Эй, когти рвем. Рвем когти. Эй, что ж вы не даете-то мне убежать? Почему меня никто не хочет помочь человечку? Человеку. Фух. Так, вроде. Вроде все. Все нормуль. Все нормуль, выбрались. А, выход, но что-то мне подсказывает, что верить надписям нельзя. Что тут может быть интересного? Ни черта. О, лицуха тут стоит на этом компе, видите? Полосочка, наклеечка. С ключом лицензионным.
Одна, значит, все-таки организация серьезная, раз лицушную ось поставили. Дядька. Вот, долбился, долбился и голову себе разбил. Совсем глуп стал. Мужик, ну ты ее не откроешь. Иди, гуляй, в другом месте попробуй. Найди ключ там, я не знаю. Давай, лезь. Надеюсь, не будет повторений, как в первой части. Пиги, пиги. Идет процесс экстренной эвакуации. Все сотрудники мерков на выход. Административный блок. Пациенты и их лица, находящиеся под наблюдением, тихо остаться в своих комнатах. Окей, значит, двигаемся в административный блок. Так. По-моему, дядька... По-моему, дядька с ума сошел. Что-то ему очень нехорошо. Ну, блин, тут всем нехорошо. Так, дверь-то закроем лучше за собой. То мало ли. Еще одна заблудшая душа. А, вот, ребят, я же помню, по-моему... Помню вот это место. Мы в первой части, вот, по-моему, вот так вот выбрались из этой лестницы. Здесь как раз была надпись эта дописана. И мы такие вниз спрыгнули. Или нет? Или это просто похожая... Похожая комната, что ли? Тюрьма какая-то уже. Истерички-то. Истерички долбаные. А. Да были мы здесь стопудово. Я еще вот сюда такой бежал. Спрятался в какой-то ящик. Или просто похожий, опять же, не знаю. Че, тебя выпустить, что ли, дядька? Как вас выпустить, ребят? Нет, хотя лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Так, что там у нас? Было замечательно съездить на природу на прошлой неделе. Тра-та-та. Ладно, ничего интересного, надеюсь. Так, куда же нам надо в итоге? Нет, закрыто. Закрыто. Экзит. Экзит. Он приближается. Он больше ничего. Что? Меня-то, мужики, я... Да мы точно здесь были. Здесь еще открыто было. Да. Или тут просто все помещения похожи. Друг на друга. Твою мать. Скоро уже должен быть какой-то, я не знаю, скример, потому что... Как-то все очень спокойно долгое время. Вот. И обычно это признак того, что скоро будет много шума, крика и истерии. Так, закрыто. Блин, ненавижу темноту идти. Бежать, мать твою. Ни хрена себе, он бегает. Он же не умеет бегать, он же всегда только ходит. Какого хрена он бегает? А, куда? Твою мать, он же сейчас меня нахрен догонит. Бежать в окошко, бежи. Бегу. Фух. Темнота. Так, а что, он, типа, он в окно не умеет прыгать? Ладно. У него, наверное, боязнь высоты. Так, что нам? Сюда надо, нет? А, что-то там мешает открыть эту дверь. Но я, в принципе, сомневаюсь, что нам нужно внутрь. Так, административный блок. Какая же здесь нахрен огромная психушка. Она просто огромная. Ой-ой-ой. Атмосфера гнетущая. Черт, как в фильме «Ведьма из Блэр». Или как он так назывался. И они в лесу тоже ходили с камерами. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Так, что сюда может быть залезть? Серьезно? Ух ты, класс. А нахрена? А-а-а, вон оно шо. Вон оно шо. Отлично. Так. Как канализационная крыса какая-то. Лазим тут в подворотнях. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что ж творится-то? Что кто-то где-то кричит. Электростанция. Так, неужто нам нужно отключить сначала как-то питание, чтобы... Чтобы открыть эту дверь. Как же нам это сделать? Вот сюда, может? Нет? Ой-ой. Решетка. Чуть голову себе не разбил. Так, внутрь, если нам зайти.
Здесь у нас закрыто. О, супер. Супер, что мы тут имеем? Что у нас тут есть интересного? А, непонятно, ни хрена, нафига. Нафига сюда сделали доступ, открыли. Так, документы, закрытая дверь. Давайте-ка зарядим камеру. Так, убей нас. Убей нас, сожги здание, здесь находится хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас. Нифига так для предсмертной записки. Серьезно, ребят, подготовились. В папочку так положили, в синюю, аккуратненько. Видимо, чтобы заметить было лучше. Так, тут опять все закрыто. Где же здесь не закрыто? Ага, отлично. Отлично. Я, по-моему, по кругу, да, хожу? Или нет? Нет. Нет, точно я здесь не был. Бежать, бежать, бежать. Кто? Кто? Кто где шумит? Ого. Парень, да у тебя проблемы с психикой. Серьезные. Ладно, не буду мешать. Теребенит тут. Не оторви уж, смотри. Ой, ой, как туман резко. Блин, это ж я сейчас, если выключу электричество, то будет же везде темно. Ёлки-палки. Как же так-то? Как же так-то? Там же наверняка теперь повылазили всякие психи, любящие темноту. И это я не о летучих мышах говорю. Ой-ой-ой. Ой-ой. А почему фонарик не отключился? Видимо, он от другого напряжения работает. Так, ну мы же вроде отрубили, нет? Я же отключил. Я же отключил напряжение. Что не так? Что не так с этим местом? Так. А что же, я, может быть, что-то еще пропустил? Или я в какую-то другую... какая-то другая там, может быть, есть электростанция, в которую я и отключил напряжение, да? Либо я чего-то путаю и не понимаю. Так. Здесь мы по-другому никак не пройдем. Ну, давайте-ка еще раз вниз сходим. Что тут у нас? Нет, ни черта. Ни черташеньки нету. Так, это закрыто. О. Парень ушел куда-то. Сделал свое дело и ушел. Стоп, ну я же нажал. Ну, я же нажимал уже. Сука, бежать! Какого ты? Он бегает в натуре, он серьезно бегает. Какого хрена? Он первый раз-то не появился. Мужик, отстань от меня. А то он сейчас делает со мной то же, что и с теми трупами. А может быть, даже и два раза. Так, бежать, 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 бежать. Блин, почему же с первого раза это все не сработало? Закрывай. Закрывай. Ой-ой-ой, он ее открыл, он ее открыл. Нет, все. Бежать. Закрой, закрой. Фух. Так, куда, куда, налево, направо, налево, направо, не знаю. Побежим сюда. Побежим, побежим, побежим. Коридор, бежим. Открывай. Закрывай. Ой-ой-ой, темнота. Темнота, не это, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Так, здесь у нас закрыто. Отлично. Какими-то, блин, неизведанными путями. Куда я вообще иду? Я, получается, что иду просто туда, куда можно идти. То есть я даже не знаю, куда мне идти. А я куда-то иду. А, твою мать! Что это было? Что это, надеюсь, не аллигатор был? Твою мать! Какого хрена? Или это сюда труп сбросили? Я ни черта не понял. Ни черта не понял, но это жутко меня напрягает. Так, надо как можно быстрее сваливать. Куда? Куда только нам надо сваливать-то? О. Ну да, если здесь открыто, значит нам сюда и надо. Твою ёжика. Хватит же выбрасываться, люди. Что вы делаете? Фух.
Опять одни трупы. Как это весело. Так, лестница с другой стороны. Так, может быть, батареечка? Нет, нет, нет. У меня есть ноги, это хорошо. У меня есть ноги и руки. Так, наверх, наверх, наверх. Наверх. Топ, 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 как он громко топает. Ух ты, спортсмен, спортсмен. В хорошей физической форме. Сколько бегает и до сих пор не устал. Хотя с ума он уже сошел, наверное, точно. Ну, по крайней мере, бегает он нормально. И, кстати, все пальцы на месте, что примечательно, да, ведь помните, у персонажа в первой части не очень-то хорошо было. А с пальцами дела, после того, особенно, как их отрезали. Ну вот, а у нас все в порядке. Руки, ноги на месте, пальцы тоже. Так, стоп. И что, неужели туда вот так надо прыгать, да? Ну ладно. Раз, два, три, Джеронимо! Фух! Давай, 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 подтягивайся. У тебя же физическая форма хорошая. Я ж только что про это говорил. Нет, твою мать! Высоко. Это было высоко. Это было больно и высоко. Фух. Чё-то я себе, по-моему, сломал. Отбил точно. Черт, как же неудачно-то, не везет, а? Не везет. День не задался. С самого утра. А по сути-то прошел-то ведь, наверное, всего лишь... Что? Что? Прошел-то ведь всего лишь, наверное, часа полтора с момента того, как очнулся. А уже столько всякой херни произошло. Так, и как мне... Что это вообще за место такое? Как мне пробраться-то? Как мне пробраться хоть куда-нибудь? Так, что у нас тут? Ага, видимо, в нужном направлении двигаюсь. Гость? Чё, они там хотят жертву, что ли, кого-то принести? Судя по всему, если я им попадусь, то ничего хорошего. Это как-то женский блок, что ли, не понимаю. Так, а куда дальше? Куда дальше-то? Что-то я заблудился, ребята. Что-то я нахрен заблудился. Вообще ни черта не понимаю, куда мне идти надо. Так, наверх, может быть. Может быть, здесь как-нибудь залезть? Ну, тут, судя по всему, надо как-то наверх залезть. Только вот куда? Куда ж ты можешь залезть-то? Жалко, ничего не подсвечено. Так, ящик выдвинуть не можешь? Нет. Так, ну, судя по всему, да, надо наверх. Ну, каким хреном это сделать? Я не понимаю. Лестницу я не вижу. Так, почему-то он не хочет залазить. Ну-ка, давай, давай, еще разок. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Прыг, прыг, и ни черта. Ох. Ну, я даже не знаю. Прыг, прыг. Ну хоть где-нибудь залезть-то наверх, елки-палки. Ну что ж такое? А может и не наверх вовсе надо? Так, это дверь? Это дверь. Ну это я назад, да? Давайте-ка зарядим. По сути, да, это я на самое начало, что ли, вышел. Да, вот я провалился, да? Здесь я встал такой. Здесь мы было хреново. Ага. И вот по тем, собственно, доскам, балкам я, наверное, куда-то и пройду. То есть все-таки надо наверх как-то залезть. Так, ладно. Сейчас попробуем. Ну, давайте, ребята, уж на этом мы серию закончим. И уже... Будем искать выход уже в следующей серии, так что не пропустите.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось. С вами был Пуховик, ребят. Пока-пока.